Подготовка к командному чемпионату Европы 2015 года, который пройдет в городе Чебоксары, идет полным ходом. Безусловно, ни одно столь масштабное мероприятие не обходится без волонтеров. Организаторы рассмотрели около 1000 заявок от активистов добровольческого движения и отобрали достойных. 2 дня в режиме нон-стоп. Именно это ожидает волонтеров на командном чемпионате Европы. Ведь пока все будут наблюдать за зрелищными выступлениями легкоатлетов и переживать за своих любимцев, они будут обслуживать гостей, работать со зрителями, участвовать в церемониях открытия и закрытия. Такой напряженный распорядок дня сумеет выдержать не каждый. Вот и отобрали надежных и выносливых. В первую очередь мы обращали внимание на желание, то есть на мотивацию. То есть вообще 3 пункта было. Это уровень английского языка, это мотивация и опыт работы. Вот. Мотивация у всех заоблачная. Да? Все хотят, все готовы, все хотят стать частичкой истории, принять участие в этом грандиозном мероприятии. А с английским, конечно, было сложнее. Общая квота волонтеров по 13 направлениям составляет 350 человек. Все они уже отобраны, причем 30 из них – добровольцы с близлежащих регионов. Но большинство, конечно же, это жители города Чебоксары. Пришла туда, потому что это дает такие эмоции, которые не может не дать никто. Это дает заряд на, как бы, на всю жизнь, дает новые знакомства, делает жизнь более, ну, молодежную жизнь более красочной, яркой и запоминающейся надолго. Но до начала командного чемпионата Европы волонтеров ждут еще тестовые мероприятия, где они должны себя проявить. Это городские флешмобы, фестивали ГТО, чемпионат России по многоборью. Так что в ближайшие месяцы активистов ожидает насыщенная спортивная жизнь и участие в событии, которое войдет в историю международного спорта. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика.